Основой салата станет богатый растительным, а значит хорошо усвояемым белком нут. Его следует отварить без соли. Чтобы ускорить процесс варки, предварительно замочите его в воде. Следующие на очереди овощи. Понадобится лук и морковь. Порежьте их довольно крупно и отправьте на противень. Тут главное не забыть про специи. Тимьян обострит овощной вкус. Хороши будут и пара соцветий гвоздики, а также щепотка корицы. Сбрызните все оливковым маслом, а чтобы содержимое противня карамелизировалось, добавьте сладости в виде меда или сахара. В духовке запекайте до готовности овощей при температуре 200 градусов. Пора формировать блюдо. На гуд сбрызните оливковым маслом. Не пожалейте цедру и сок половины лимона или апельсина. Из зелени предпочтение отдайте мяте. Пикантную кислинку возлагаем на изюм или гранат. Им тут, как ни странно, самое место. Салату полагается и небольшой кусочек сыра фета. Он, кроме прочего, даст необходимую соль блюду. Остринки и ярких пестрых акцентов добавит перец чили. Нужно 10 колечек. И, наконец, теплые овощи с румяной корочкой и сногсшибательным ароматом. Оставшийся сок, кстати, послужит заправкой салату. Нет такого слова, чтобы передать вкус блюда. Похоже на путешествие в экзотическую страну, где нет предела удивлению, восхищению и интересу. Обязательно попробуйте!